Всем привет! Сегодня будем жарить рыбу хек. Делать это мы будем без какой-либо панировки и кляра. Приготовленная таким образом рыба получается нежной и сочной внутри, а сверху имеет хрустящую аппетитную корочку. Вкус и аромат готового блюда значительно отличается от характерного для этого вида рыбы. Гости ни за что не догадаются, что перед ними обычный хек. Список ингредиентов, которые нам понадобятся, смотрите в описании под видео. Зачищенную от чешуи, плавников, внутренностей и черной пленочки рыбу нарезаем порционными кусочками толщиной 1-1,5 см. Делать это лучше всего, пока рыба мерзлая. Так кусочки получатся ровными и аккуратными. Затем даем рыбе полностью размерзнуться. Если позволяет время, размораживать лучше в холодильнике. Дальше промакиваем кусочки хека бумажными полотенцами, тщательно со всех сторон. И приступаем к жарке. Ставим на огонь сковороду. Растапливаем в ней сливочное масло. И выкладываем туда рыбу. При этом ни солить, ни перчить ее не нужно. Закрываем сковороду крышкой и жарим на небольшом огне 5-7 минут до образования снизу румяной корочки. Затем рыбу переворачиваем. И только теперь посыпаем солью, перцем, кориандром, тмином и сушеной петрушкой. Снова накрываем сковороду крышкой и продолжаем жарить еще 5-7 минут. Если масло в процессе приготовления выжарилось, кладем несколько кусочков прямо на рыбу. Как только на второй стороне получится хрустящая корочка, перекладываем кусочки хека на тарелку, чтобы рыба не пересохла. Вот и все. Очень вкусный жареный хек готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Такую рыбку лучше всего подавать к столу с ломтиком лимона или же с каким-нибудь кислым соусом, например, ткемали из алычи. Рецепт вкусного ткемали смотрите в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующие видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!